И всем привет, ребят, с мистером Майк, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня вместе с вами я бы хотел бы обсудить и рассмотреть, что же происходит у нас в матчмейкинге после открытия возможности забирать призы с командных контрактов. Вчера и позавчера я наблюдал очень жесткую ситуацию в рамках матчмейкинга, и думаю, что сейчас, запикаясь уже на видеоролик, я эту ситуацию прочувствую еще больше и расскажу все, что я думаю по этому поводу. Если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игрового аккаунта, ставить ему личный так-так тимпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. После того, как у нас открылась возможность получения призов из командных контрактов, в матчмейкинге стало очень большое количество минеров, очень большое количество всяких разных всевозможных дронов на корпусах. Ну и минер, наверное, стал самой важной преградой и самым жестким дисбалансом, который начал вноситься в рамках нашего сегодняшнего матчмейкинга. В каждой катке теперь есть минеры, которые минируют свою базу. Если это CTF, либо регби какой-нибудь режим, то минеры стоят, как правило, у себя на респе. И вот такие вот ребята, как я, как вот здесь вот игроки, да, то есть уже просто закладывают практически всю карту, да. То есть вот я запикиваюсь в бой, и у нас стабильно хотя бы 1-2 минера в бою будет, да. Что за нас, что против нас, да. И если это еще так, то есть если там попадается 1-2 минера, это еще ладно, да, это еще ладно, это еще окей. Но когда этих минеров в бою становится штук 5, 6, 7, да, то есть и все у нас в одних этих минерах, то это, конечно, выглядит очень дико. И самое главное, что эти устройства вносят нереальнейший дисбаланс в рамках нашего матчмейкинга. Сказать, что именно дело только лишь в этом минере, ну, наверное, я не могу. Есть и другие устройства, которых тоже появляется супер большое количество. И даже устройств на пушки, которые вышли у нас с этого ивента, тоже их стало значительно больше. Значительно больше стало молотов появляться у нас. Да, но молот это ладно, да. То есть молот, там рельсы на дальность, да, которые вот здесь тоже у нас есть в рамках этого боя. Это еще все терпимая вещь. Но когда ты запикиваешься в катку и встречаешь в бою там 5-6 минеров, которых ты не можешь законтрить, единственная контра минера на сегодняшний момент времени это, ну, либо резист, который тебе, ну, не сказать, наверное, что сильно поможет, но самая лучшая контра это, конечно же, мамонт, да, то есть мамонт ты можешь использовать и там уже от него отыгрывать и разваливать. А так вся игра превратилась в безумно большое количество мин, да. Я, к слову, тоже, да, то есть вы спросите меня, так ты же сам используешь минера, да? Ты же сам играешь на этом же самом дисбалансе. Очевидно, я специально использую его, чтобы как можно, во-первых, больше прочувствовать все это дело, ну и во-вторых, чтобы как можно быстрее на это все дело обратили у нас внимание в рамках нашей игры, потому что я, если честно, в моменте уже немножечко офигеваю, да, от того, во что превращается наш матчмейкинг, да, когда ты можешь просто взять и заминить всю карту, и противник, по сути, тебе даже ничего сделать не сможет, да. То есть ты просто минируешь все подходы, закрываешь определенные зоны. Если ты стоишь, например, в CTF на своей базе, то можно вообще практически всю базу заминировать. И дальше уже у противника шанса никакого особо сильно не будет. Даже вот, например, в таком бою, да, ты просто начинаешь минировать определенные подъемы к центру карты, и противник уже сюда к тебе заехать не может. То есть я занял левую кемпу, правую кемпу, и спокойно теперь от них могу перекатывать с одного места на другое. Противник сюда наверх подняться уже не сможет, так как там все уже в минах, да, от меня и от, вот, например, моего тиммейта. Да, ну и дальше просто происходит вот такая вот развалка матчмейкинга. Те ребята, у которых этих устройств нету, они вообще в моменте, я думаю, что, ну, немножечко в шоке. Да, они не понимают, что происходит с матчмейкингом. Ну и если вкратце, то, ну, наверное, в моем понимании это просто поломка. Конкретная поломка матчмейкинга.
Да, то есть ты начинаешь его ломать. Ты начинаешь его дисбалансить. Дисбалансить очень жестко, да, потому что, казалось бы, да, такая маленькая вещь, как всего лишь вводишь устройство с минером, да, но на самом деле под этим минером стоит еще много очень дополнительных решений и проблем в целом, да. То есть ты меняешь баланс игры, ты меняешь ход боя, да, за счет вот такого простого обычного дрона, да. Ну и ты можешь подстроить под себя уже матчмейкинг, да. Это уже не говоря о том, что если таких минеров значительно большое количество, да, то есть я сейчас говорю о том, что я сам могу сделать, да. А если этих минеров становится еще больше, то есть вот видите, я просто за счет одного лишь минирования одного подъема могу просто закрыть зону противнику. Да, и спокойно уже контролировать определенный участок карты, набивать вот такое безумное количество киллов и спокойненько себя чувствовать в рамках боя, да, то есть вот у нас мин на базе, да, то есть ну как вот играть, как против этого играть. Я вчера сам столкнулся с этим, я вчера сам попался в бою, где было у нас 3 или 4 минера против, да, и на себе просто прочувствовал эту боль. Просто прочувствовал эту боль. Насколько же это жестко, вы себе представить не можете. Просто когда ты запикиваешься в катку, и ты не можешь никаким образом заехать к противнику на базу, да, единственное решение для увоза флага у противника, это взять мамонта, дождаться овердрайва и играть чисто от овердрайва мамонта. Потому что любого другого варианта у тебя просто-напросто не остается, да, то есть у тебя нет никакого другого варианта законтрить эту тему, да. Здесь что по решениям, да? Что может быть по решениям? Я думаю, что супер скорейшего нерфа минера не произойдет, да. Ну, как показывает практика, когда вводятся такие устройства, проходит хотя бы какой-то определенный период времени, пока баланс этого устройства сохраняется. Но то, что его занерфят, это 100%. Прям, ну, я 200% даю, что его занерфят. Вопрос лишь только, как его занерфят. Занерфят количество поставленных мин? Ну, наверное, решение. Либо же занерфят просто возможность поставку мин, например, там с диверсантом. Либо просто занерфят поставку мин с одного прожатия, да, то есть сделают, например, меньшее количество прожатий, чтобы не такие большие ромашки по 6 мин сразу ставились, а будет их, например, там, ну, 4 условно, да. То есть, ну и то, я не думаю, что там 4 так сильно поменяют что-либо. Но в любом случае, как вариант, как решение хотя бы минимального нерфа, в ближайшем будущем, в ближайшей перспективе мы можем это увидеть. Да? Ну и очевидно, что с вводом этих командных контрактов, может быть, даже я запишу отдельный видеоролик, Мамонт стал смотреться намного жестче. Намного жестче. То есть Мамонт имеет теперь намного больше вес в рамках матчмейкинга. Теперь в этом корпусе есть определенный огромнейший смысл и потенциал, да, то есть потому что за счет мамонта можно теперь просто вжимать овердрайвы, увозить флаги у противника за счет того, что вы будете играть от подрыва всех мин, да, которые там ставит минер. Ну и также мамонт с Ловкачом тем же самым дает возможность еще и быстрого захода под базу противника. Да, то есть вы не чувствуете, во-первых, мины, во-вторых, вы под овердрайвом еще и летите с супер большой скоростью. Поэтому я думаю, что это открытие новой жизни для корпуса Мамонт на сегодняшний момент времени. Ну а так, конечно, я немножко в шоке. Да, я немножко в шоке. Я, конечно, мог предположить, что у нас после такого ивента станет такое большое количество минеров и вот так сильно изменится матчмейкинг. Но как будто бы казалось, что не так сильно вся эта ситуация повлияет, не так много игроков купили эти минеры. Но теперь, да, то есть встретить в бою 2-3 минера за себя против, это вообще вполне нормально. Вполне нормально. То есть, да, вот, например, сейчас катка. За меня 3 минерчика, за противников 2 минерчика. Да, то есть помимо минерчиков там у нас и другие всякие новые устройства появляются, но другие устройства, я бы сказал, что не вносят такого жесткого дисбаланса, который вносит вот этот вот замечательный
дрон, да, то есть дрон на корпус, поэтому что каждый игрок прочувствовал эту самую метку и понял, как этим можно пользоваться, как это можно обузить и как это можно жестко реализовывать в свою пользу. Поэтому я лично ожидаю скорый нерв этой всей темы, причем я уверен в этом на 99%, что этот нерв будет, да, его не может не быть, потому что, ну, баланс матчмейкинга просто-напросто ломается. И то, что происходит на сегодняшний момент времени на картах, ну, в моменте немножечко меня даже пугает. Просто пугает, да, то есть, ладно, я там, да, типа, ну, окей. Я там могу к этому привыкнуть, я могу и сам минера взять, на нем поиграть и потушить, да. Но есть большое количество игроков, которые, например, не покупали этот ивент, да, и, в принципе, не были в этой всей движухе, да. И они вот просто начинают играть в игру и заходят в карту, там три минера стоят, минят всю базу, вы не можете заехать. Заходите в следующую карту, там четыре минера стоит, минируют всю базу, да? И так вы каждый бой заходите, заходите, заходите и думаете, боже, что это такое? Просто что это такое? Но таковы реалии нового матчмейкинга. Тут либо вы берете мамонта, либо берете резист и начинаете как-то влиять на все это дело, ну, либо же начинаете становиться безумными игроками в ТДМ режим вне зависимости от режима. Такой вариант, такую ситуацию на сегодняшний момент времени я тоже вижу. Пишите все свои мысли, да, играете ли вы сами на минёре, да, а то я вот тут сижу такой умный, да, говорю, минёр ломает игру, а сам играю, сижу на минёре, да, и сам ломаю дальше все это дело, очевидно, да, пока это работает, я, конечно же, буду этим пользоваться. Поэтому пишите сами, играете на минёре, не играете. Как вы вообще чувствуете себя после того, как с командных контрактов устройства появились в нашем матчмейкинге? Какие у вас мысли? Обязательно поддержите данный видос лайком, если согласны с моей точкой зрения. Если вы заинтересованы в том, что у нас были изменения, поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Участвуйте в розыгрыше, ссылочка на который есть в описании. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.